Скажите, пожалуйста, какой язык вы изучаете? Русский. А почему вы изучаете русский язык? Потому что бабушка русская. Вы очень хорошо говорите по-русски. Нет, я еще плохо говорю. Это неправда. Вы говорите лучше, чем я. Скажите, пожалуйста, как сказать по-русски «peace to the world»? По-русски это будет «миру мир». Извините, пожалуйста, пора идти на лекцию. До свидания.